Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, тут уже началась последняя неделя Великого Поста. За ней следует Страстная Седмица, это особая неделя. Хотя и там пост такой пищевой продолжается, но тем не менее пост отделяется от этой страстной недели, потому что это неделя особенная, и святые отцы называли эту неделю крестной Пасхой, то есть Пасха есть избавление, есть спасение наше, и оно осуществилось не только тогда, когда Христос воскрес, но осуществилось тогда, когда Он пошел на крест. А страдания на кресте Господь совершил дело нашего спасения. И вот уже сейчас мы входим в последнюю неделю поста, слышим Евангелие сегодняшнее, что Господь направляется в Иерусалим. Уже там Он будет предан, и там Он будет распят, и там Он воскреснет. И вот Он, направляясь в Иерусалим, идет впереди учеников, и ученики со страхом и трепетом идут в этот город, зная, что ищут Иисуса схватить и предать суду. Но тем не менее идут. И двое из них, Яков и Иоанн Завидеевы, подходят к учителю и спрашивают, что когда... И Господь говорит, для чего Он идет в Иерусалим. Он говорит открытым текстом, что Он идет и будет предан в руки язычников, и будут издеваться на Ним, плевать, и убьют, и в третий день Он воскреснет. И вот после этих слов следом сразу идет этот диалог между учениками, двумя учениками, и Иисусом Христом, где они просят Его, что когда Он придет во Своем Царстве, чтобы один сел по правую руку, а другой по левую. То есть, попросту говоря, разделили министерский портфель. Один бы стал председателем правительства, а другой зампредседателем правительства. Нового правительства, которое, как им кажется, идет установить Господь Иисус Христос. И узнав об этом, да, Господь им отвечает, что можете ли пить чашу, которую я буду пить, и креститься крещением, которым я буду креститься. И они отвечают, можем. Что такое пить чашу? Чашу, которую испил Господь, это чаша горечи, чаша страданий. А крещение, на греческом стоит баптизм, баптизм – погружение. То есть Господь идет, чтобы погрузиться куда? В бездну ада погрузиться, для того, чтобы спасти человека, который находится в этом аду. Конечно, туда никто не может идти, кроме Христа. Но Господь им отвечает, что будете, как бы пророчество им, что вы будете тоже пить чашу, которую я пью, креститься крещением, которым я крещусь. Но дать сесть по правую, по левую руку от меня, это не от меня зависит. Намекая на то, что это только Господь, Отец может дать сесть по правую, по левую. И узнав об этом, да, надо еще отметить, что удивительно, что эти ученики, это те самые ученики, которых брал с собой Господь на Фалбор. Это вот они трое, Иоанн, Яков и Петр, их всегда выделял Господь, они ближе всего были. А Иоанн так вообще наперсник, да, то есть это значит, что он прямо рядом. Перст – это грудь,
по церковнославянски. То есть он, когда возлежали на вечере, я возлежал буквально в груди Иисуса, да, то есть совсем близко, ближе всех. И вот эти ученики, перед которыми Господь преображался на Фаворе, и там они слышали. И там это было совсем недавно. Это было вот-вот недавно, совсем буквально несколько дней назад. И они слышали разговор Ильи и Моисея с Иисусом Христом ни о чем бы то ни было, а о предстоящих страданиях Христа. Они слышали. И сейчас им Господь говорит, куда он идет. Они как будто глухие, они не понимают этого. И надо сказать, что никто из них не понимал, пока все не совершилось. И пока Дух Святой не сошел на них, и тогда они во всей полноте стали понимать, что же Господь совершил, что же совершил Иисус Христос, куда Он шел, зачем. А тут они не понимают, они слышат это, и тут же бросят преференции властных, что во Царстве Твоем дай нам сесть по праву, по левую руку от Тебя. И другие апостолы, услышав этот разговор, они тоже возмутились, стали спорить между собой, почему они, а не мы. И тогда Господь, обращаясь ко всем апостолам, сказал им, что вы знаете, что князья властвуют над своими подчиненными, что вельможи властвуют над людьми, но у вас да не будет так. Но тот, кто хочет быть большим из вас, да будет всем слугой и рабом. Даже там стоит слово «рабом». Потому что и Сын Человеческий пришел, то есть Он имеет в виду Себя, и в данном случае Сын Человеческий – это титул Мессии, это Мессия, тот, кого ждали. Он пришел не для того, чтобы Ему служили, не для того, чтобы властвовать и распоряжаться, и покорять, а для того, чтобы послужить самому. И, конечно, Господь это не только говорит, но и делает. Он идет для того, чтобы возойти на крест. Его царский престол на кресте. И подножие ног – это та дощатая подставка под ноги, которой были прибиты его ноги. Этого они не понимали. Апостол, да и мы не понимали до сих пор. Да и мы, христиане, до сих пор считаем, что власть – это то, к чему нужно стремиться. Это то, это какое-то благо, которое делает нас выше, сильнее. Мы стремимся по сей день к титулам и званиям. Мы хотим быть первыми, но мы не понимаем, что в этом, желая этого, мы буквально становимся антихристианами. Это не христианство. Господь говорит открыто ученикам, мы это слышим сегодня, это к нам обращено. Между вами да не будет так. Да не будет так. Вам это нравится, но это не должно быть так. Если вы хотите быть большими, вы должны стать меньшими, вы должны нести на себе немощи, немощные, как Христос это сделал. Он бы мог наказать грешника за то, что мы заслуживаем, конечно, заслуживаем. Мы заслуживаем смерти и ада, мы заслуживаем, чтобы никогда не видеть Бога. По своим грехам. Но Господь нас принимает с нашими грехами и
Если мы только каемся, только понимаем и осознаем, кающиеся грешники входят в рай. И все. Больше ничего не надо. Не надо никаких заслуг, не надо никаких особых подвигов совершать. Только покаяние, только осознание того, что Господь пришел ради тебя, грешного, и принимает тебя с твоим покаянием, с твоими грехами принимает. Не выставляет тебе счет за твои грехи. Как говорится, если будут грехи твои, как кровь багряная, как снег убили, в псалме говорится. Но нам это далеко. И тут надо понимать, что если мы этого самого главного не понимаем, то дальше вообще нам нечего делать в христианстве. Если мы считаем, что духовный батюшка – это тот батюшка, который наказывает, который строгий, который раздает поклоны и епитимии, вот настоящий, говорят. Кто говорит? Это не с улицы люди говорят, это верующие говорят. Очень часто. Батюшка, вот он как бьет, значит, любит. Вот это у нас в русском народе прям какой-то лейтмотив жизни. Не любит. Вот Христос любит. И не бьет никого. Он пошел на крест ради нас. Почему же мы ему не подражаем в любви? Почему же мы не хотим понести немощи наших близких грехи, которые по сравнению с нашими грехами, которых мы видеть не видим? Это просто как копейка по сравнению с миллионом. Мы не хотим. Нам это не близко, а если нам это не близко, мы не можем называться христианами. Нам близок, удивительно, русскому народу оказался близок Сталин. Вот порядок-то какой был. А то, что он миллионы людей просто смешал с кровью, с грязью, миллионы людей. То, что святые на одной чаше весов у нас, которых он замучил на Бутовском полигоне, расстрелял, гнобил и гноил в тюрьмах, и теперь появляются иконы, где Сталин изображен. Прекрасно. Потому что нам нравится эта власть. Эта власть, о которой сказал Христос: у вас так, да не будет. А мы хотим, чтобы у нас было так. Мы жаждем этого. И это самое страшное вообще, что можно только представить. Это значит, что Дух Святой в нас не живет. Потому что если бы Он в нас жил, Он бы нам говорил об истинной любви и об истинной природе настоящей власти, которая от Бога, которая вместо того, чтобы наказывать и уничтожать и убивать грешников, восходит на крест. Вот она власть какая. А нынче появляются люди, которые считают, что им дана власть священники, бывшие уже теперь, к сожалению, которые считают, что у них власть такая, что они вот и президента подвинуть и попросить: уйди отсюда, я теперь буду тут власть. И считают, что эта власть дана им Богом вязать и решить. И убиваются этой властью. И куча рабов появляется, раболепствующих этому старцу,
великому, духовному. Это считается духовностью, что он такой строгий, такой ревностный. А вот Серафим Саровский, он не хотел власти. Он не говорил царю: подвинься, я тут буду у тебя, я буду властвовать. И встречал людей всегда с радостным лицом и говорил, обращаясь к каждому приходящему, говорил: радость моя, вот это и есть плоды Духа Святого, когда мир, радость, кротость, милосердие, долготерпение — вот они истинные плоды Духа Святого. А когда человек машет крестом, на котором изображен распятый Христос, и проклинает, это просто верх антихристианства. И называется человек такой почему-то духовный. Это совсем другой дух. Когда апостолы говорили Христу: вот там-то нас не приняли в каком-то селении, ты помолись, пусть огонь с неба сойдет и этих жителей всех попалит. Ученики Христа говорят ему так. А он говорит, он им отвечает: вы не знаете, какого вы духа, что же вы просите, о чем вы просите? Мы же даже, мы то же самое иногда делаем, мы просим в своем безумии о каких-то вещах таких, которые, если со стороны посмотреть, точно человек скажет: с ума сошел. О чем ты просишь Бога, который распялся за тебя, который за тебя кровь пролил, который очистил твои грехи своей кровью, не кровью жертв, тельцов, еще кого-то, своей. И вот сегодня Евангелие, и Господь обращается к нам, чтобы мы вот эту последнюю неделю поста мы поразмышляли бы: а мы-то кто? Мы-то кто? А мы-то о чем просим? А мы-то как представляем себе это Царство Небесное? Как в известном фильме: в чем сила, брат? Какой брат фильм есть? И отвечает сам: в правде. И тут же всех стреляет, убивает. Вот такая вот правда и сила. А в чем правда тогда, вопрос? Получается, в силе правда. У кого сила, тут и правда. И сила, и власть, она в нашем понятии очень искажена. А Господь нас призывает к тому, чтобы мы все эти искажения, все эти греховные наши понимания, в первую очередь, исправили покаянием, осознанием того, что это не так, что жить-то надо по-христиански, а по-христиански это так, как Христос, а не как какие-то там старцы, псевдо-старцы, непонятно кто. Никого Христос не ставил на поклоны, никому не давал ничего, никаких эпидемий. Мы этого не видим. И апостолы тоже. Почему-то сейчас модно так стало. Это воспринимается как особая высокая духовность. Нету здесь никакой духовности. Потому что дух другой. Другой дух. И мы должны испытывать, какого мы духа в отношении к своих, в своем отношении к Богу, в своем отношении к ближним. Да поможет нам в этом Господь. С праздником, с воскресным Богом!